Но, к сожалению, ваша команда проиграла и закончила выступление в этом году в студенческой футбольной лиге. Что скажешь по матчу и вообще по турниру? Ну, по матчу? Ну, сами новаты, сами голы привезли себе. Вратарь ошибся 2 раза. Ну, а так, в принципе, ну, все понравилось. Турнир хороший. В принципе, довольны результатом. Ну, в целом, как сыграли, довольны. Как думаете, сможете оказать достойное сопротивление лучшим командам первой лиги в следующем году? Мы постараемся. Мы постараемся, конечно. А усиления команды будут? Да. Ну так, не то чтобы сильно, но будет. Слегка. А в вашем университете знают, что вы так далеко прошли в лиге? Ну так, там пацаны знают, да. Ну там Прилука там тоже знает. Ну как бы мы с ними так дружим, слегка. Ладно, все, спасибо.